Если бы она была 0,5. Она просто заходит. Она же заходит. Она 33, мы уже старые. Стареем уже. Она же зараза 0,4. Так, во сколько это? Вот сейчас мы на 5 минут приезжаем. Ну, вроде. Медлайф и РТРС на поле. РТРС в синих майках, медлайф в белых. РТРС сегодня уже на поле выходил, потерпел разгромное поражение от Русал. Русал квитался за встречу в прошлом сезоне. Да, потерпел неожиданно для всех поражение со счетом 0-1. Так что проверку Русалом РТРС сегодня не прошло. Здесь нарушение правил и потребуется, безусловно, медицинская помощь. Нет, ходится без нее. Нападение и столкновение смотрелись, конечно, страшновато. Смотрим штрафной, два человека отправлены в стенку. Вот в них как раз мяч прилетел. И контратака РТРС, пас отличный! Гол! РТРС выходит вперед. Блестящая контратака. 1-0. И отложенный фол Метлайфу. Еще одно падение игрока Метлайф. Все, не надо рассказывать, боже. Идем. Проверь, Валь! Игроки Метлайф пытаются довольно высоко прессинговать. Давай, подпишись! Валь, назад, отойди, Валь! Прими, Андрей, прими! Домой, домой, поднимай! Издалека бьет Метлайф, но если уж не получается пройти комбинациями, то хотя бы так нагнетать обстановку, нервировать вратаря. Трижды команды встречались в наших соревнованиях в прошлых сезонах. Все три матча прошли в 2017 году. 1-0 и 3-0 победа Метлайф, а затем 2-0 победа РТРС. Последняя встреча датируется 3 декабря 2017 года. Это бридж, надо его переодеть. Снова Лунин на паркете. Не получается встать так быстро, как в прошлом эпизоде. Черт, давай, Где у тебя? Где у тебя? Там у тебя все. Все здесь. Ой.
Матч продолжается. Лунин остался на поле. Короче, смотри. На сами почему-то нет Пакитина. Я его нашел через, ну, просто в игроках. Там какие-то заявки на мейл. Да, в состав я не входил. Давай! Да, ну, спасибо. Медлайф. Контроль мяча. Квартерес сам торопиться некуда. Они первый гол забили на контратаке. И, видимо, дальше будут ждать шансов для последующих контратак. Позиционный футбол – это пока не их конек. Должен устраивать. Вот как только появляется возможность для того, чтобы сконтрить, пускаются они хотя бы в три игрока к чужим воротам. До перерыва абсолютно равная игра, ну, с небольшой поправкой на то, что в одном моменте РТРС был точнее. Да-да-да, второй. Ребята, фолу досчитаем, фолу третий уже, у них один до сих пор. Не отмечаю. Вот там ты отмечал, где он? Пробей, Лёх! Хорош, Андрюх, хорош. Значит, дело, даже я понял, куда, блин. Еще один показательный момент с контратакой. Было видно, что спешит вратарь мяч ввести в игру. И рядом со штангой пролетел мяч. ТРС снова был в большинстве на половине соперника. Леш, заменись.
С ударочком закончите! Коль, не спеши с ударом! Ну, дальше! Штрафной! Желтая карточка. Игрок на это движение отвечает. Здесь после рикошета мяч оказывается в воротах РТРС. Счет 1-1 за 10 секунд. Ну, вот классический гол в раздевалку. Ну, может быть, успеют разыграть сейчас РТРСовцы в центре. Но в итоге счет 1-1. Нет, без этого. Два было. Стремительно начинается второй тайм с быстрой атаки MetLife. И здесь опасно, как угловые разыгрывают. Заряженные ребят на то, чтобы... Один, Сережа. Удалось им отыграться. Не без значительной доли везения забили гол. Ну, а какой гол обходится без доли везения? Давай! Отличный пас на ход. Мяч попал в лицо, там никакого нарушения не было. Выход 1-1, добивание, ну приблизительно в такой манере был забит, да нет, хотя в другой, конечно, манере был забит гол РТРС, но самое главное, что взятие ворот зафиксировано, и снова РТРСовцы впереди, и снова MetLife нужно опускаться в догонку. Должен приехать. Ускорилась игра после перерыва. Благотворно он подействовал. И очень правильно, что арбитр не стал останавливать игру сразу. Увидел, что нападающий может забить. 3-1. Что у нас перерыв благотворно подействовал не только на метлайфовцев. Они-то быстро начали, но РТРС ответил еще быстрее. Ответил, что самое главное, забитыми голами. Смотри, Серега, Серега! Серега стоит! Ну, не пытается РТРС сейчас осесть в своей обороне, наоборот, играет на атаку. Мяч будет вводить MetLife. Фьюрит второй. Коля!
половиной минут остается у MetLife для того, чтобы побороться хотя бы за ничью. В такой игре даже один набранный балл будет неплохим результатом. А MetLife сегодня играть еще с командой Сбербанк страхования. Что, может быть, стоит лучше сберечь побольше сил на предстоящую игру, чем пытаться с 1-3 отыграться. 5, попроси всего, 5. Коля, на опережение. Коля. Никто не откликнулся на такой прострел. Коля, там стоять, нет, просто выскакиваешь на пятак, и все, правильно, Юра, ниже. Вот опасный удар MetLife. То как-то мы совсем перестали видеть белых в атаке. Ну вон на пятачок, Макс! Макс, стоп! Макс, на наши меняемся! Убеемся? Прини мяч! Держи мяч! Удается не только мяч принять, но и передачу хорошую сделать. И РТРСовцы с линии поля будут вводить мяч в игру. Не спеши, не спеши. Смотри, Серега едет. Все правильно, не спеши, Серега. Продолжает РТРС выравнивать статистику личных встреч с MetLife. Напомню, начали они с двух поражений. Потом была добыта победа. Ну и сейчас все идет к тому, что количество побед в личных встречах выровняется. Заброс на высокорослого футболиста, играющего под вторым номером, но все время чуть-чуть не хватает ему, ну, доли секунды, наверное, для того, чтобы стараться выпрыгнуть и нанести удар. Все-таки передача очень сильная. Не спеши! Да, объявление сделать. Найди номерок. Сейчас я доиграю. Очередной заброс сверху. На выходе играет уверенно. Отлично! Синел! Последняя чистая минута идет. Не дать развернуться, не дать, Олег! Здесь уже командам не до долгих комбинаций, сразу бросают мяч в штрафную.
Лунин. Три в три, есть пространство, было пространство для атаки. Десять секунд. Ну, за это время, конечно, Медлайфу уже не удастся отыграться, и мы можем начинать дарить поздравления футболистам РТР. Забирают они очень важные для себя три очка, и первый тур уже можно сказать пройден не зря. Дальше будет еще лучше.